Всем трема доброго времени суток. Это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Оф, да уж, куда же без потягушка. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate 3. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Вячеславу CH, он знает за что. Ссылка на донат в описании под видео. И отдельный респект Сварту, он также знает за что. Так, ну что, продолжаем. Да, про группу ВКонтакте не забываем, потому что YouTube продолжает глючить. Хрен знает, что там с ним потом произойдет, так что группа ВКонтакте продолжает дублировать все видюшки у нас YouTube. Так, а мы здесь, да? Так, смотрите. У нас есть... Опа, а кто это? А? А кто сюда? А, вон что. Тред лайтли. Мадам, можно вас немножко отвлечь от ваших? Вот так. Very, very quiet. It's gonna pass. Ты уйди, ты, блин. Сейчас она уйдет, и вскроем. Так, это отправить в лагерь. Череп без нижней челюсти. И все остальное тело. Так, ладно, с этим разобрались. Так, гробница Гориона. Это мы отсюда вылезли, да? Тут мы были. Гробница Хунов. И какая-то еще тут гробница есть, да? Какая-то великая гробница или что-то в этом роде, да? Угу. Вот тут есть кости грибы. Так что их имеет смысл. Так, надгробие. Здесь лежат Плак и Керлок Клиффгейт. Мои родители. Привет, мам, привет, пап. Опа, нифига себе. Hi, mom. Hi, dad. Ничего себе. Простите, что давно вас не навещала. Я была в отъезде, но уже вернулась, и не одна с друзьями. Мне вас так не хватает, но и счастливы, дело обалденно важное дело. Может, вы даже видите. Не знаю. Вы все равно всегда тут со мной. Картошка. Картошка? В семье Клиффгейтов это означало «я вас люблю». Не помню, с чего оно так повелось. Семейная история. Хм, прикольно. У нас дома было полно таких глупостей. Мои друзья говорили, что у нас целый свой язык. А теперь одна осталась, кто на нем говорит. Нам говорил, что смерть не существует, есть только изменения. Папа считал, что это все брехня, если уж кто ушел, то все с концами. Разве что с богами договоришься. Но он говорил, что у него есть дела поважнее, чем просить бессмертных об одолжении. Не знаю, во что я совею сама. Это самая главная тайна, столько вероятностей, но мы этого не узнаем, пока сами там не окажемся. Хм, подождите-ка. Не совсем понимаю, к чему этот диалог, но не хотелось бы хватануть, не одобрямся. Совсем не хочется. Перекрасить в этот трезубец, блин. И почему у него жопа на пузе? Что это такое? Это даже интересно. Морщеватая перспектива, конечно, но все равно. Карлак Клиффгейт, beloved wife and mother.
Понятно. Ну, а тут что? Это чье? This stone on this vandalized tomb reads, "Cry a rain of tears, so Pukams. Flowers may bloom over Iris." Чё за пукамс? Он меня не слушает. Я ему говорил, что играть на кладбище нехорошо. Кто? Моргус, ты что тут делаешь? Я ж тебя грохну. Вылезай, сестренка, я найду тебя. Смог разложение вволакивает сгорбленную фигуру этого нищего. Это запах гнили, запах смерти. Язычка всегда от меня прячется, она любит играть. А ты не староват в прятки играть? Сестренка старше меня, она всегда рада играть. Она прячется в земле, но я ее найду. А у тебя никого больше нет? Никаких других родственников? Мама и папа тоже прячутся в земле вместе с ней? Надеюсь, я их скоро найду. Эта игра мне нравится, но одному в нее играть скучно. Что-то у меня такое чувство, что игра где-то немножечко подные... это самое. Подналомалась. Грубчатый мох. Надо дроби. Гвин Хайберри. Мертворожденная, но не забытая. Эр Сандрил, ушла, но не забыта. Это надгробие безымянно, и написано только как ныне я, так станешь ты. Философ. Здесь лежит летучая Марта, которая не смогла. Логично. Мой любимый малыш там, я никогда не забуду тебя, да направит Хелимвор твою душу. Так. Так, пусть она уйдет. Так, F5. Давайте попробуем вот эту хрень выкопать. Я не знаю, зачем эти раскопки, но вообще странно. Мы же грохнули Морбиусу. Или это другой был попорошейка? Тут непонятно. Непонятно. Кто? He won't listen to me. Ну отвернись, блин, а, заколебала. Зачем мы их раскапываем, я понять не могу. Чтобы перебить тут всех, чтобы не воняли. Тут минус 5, минус 5. Кто? А, этот Морби. Да, вот все. Мышка, держи эту хрень тут. Так, пусть уйдет подальше. Надо будет эту хрень скрыть. Да, это долгий процесс. Непонятно, правда, зачем это нужно. Let flower
Пушки его тоже забрать. Быстрее. Так. Ладно, уходим. Сейчас будем смотреть, что мы там понасобирали. Непонятно зачем, неизвестно на кой, как будто мы что-то ищем. Что ищем, не ясно, но что-то точно ищем. Так, кто у нас там перегруженный? А, это в лагере. Так, что тут насобирал? Адмирал. Чепухиш, опаска. Это кошки, что ли? Кучка шагов. Ужас какой. Все в один день умерли. Так, это в лагерь. Это в лагерь. Это в лагерь. Официальное завещание. Говорят, что у меня мало времени, что пора готовить завещание и фамильный склеп. Это чё и нет, во всем мире было только 5 существ, которые заботились обо мне, и их звали Шлёндра, Пугач, Каська, Адмирал и Стив, а семейные традиции могут пойти и сесть на алебарду. Ну? Жёстенько. Ты что ж ты все отключаешься-то, а? Оранжевое такое. А, помню. Спасибо. Так, Феликс Фарад. Эй, твою мать. Не знаю, зачем они нужны. Зачем-то же они нужны. Давайте-ка сделаем по-другому. Я знаю, что это не совсем правильно. Так, давайте. Зачем так? На всякий случай. Во-первых, проверить, нет ли тут этого Морбиуса опять. Но его тут нет, ладно. Во-вторых, если вдруг там происходит какой-то движ в плане этого вскрытия могилы, то... Могилы. То лучше уж тогда отсюда пока прибежать, не торопясь. Отсюда. Грохнуть его, что ли? I already said I'd make the kids come. Ну, ладно. Чувак занят делом, все нормально. Я ж вот все подбирал здесь. Блин, ты серьезно? Как? Ладно. Там переместиться за мной она переместилась. Переместиться-то она переместилась. Потому что там должна была остаться. Ну, в смысле, в этом, как его. Должна была на кладбище остаться. Сейчас-то девчонку отвлечем.
котиком. Сами выкопаем еще одну могилку. А, ладно, уходит. Так, давай, 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 давай. Вот сюда, давай. За мной, за мной, за мной, за мной. Иди сюда. Иди, иди, иди. Ну что ты? Эй. Пошли, пошли. This way. Почему сейчас никак? Бежим. Жалко, конечно, мелкую, но ничего не попишешь. Зачем-то это все можно вскрыть. Зачем-то может. Значит, будем вскрывать. Да, согласен, не торопясь. Да, согласен, неизвестно зачем. Отношения все хуже и хуже. Да и пофигу на самом деле. Так. Домой. Там все вскроем. Почитаем спокойненько и посмотрим. А то опять тут начнется. Так, это в лагерь. Это в лагерь. Это прочитать. Да, ну это мы читали, да. Добавить в товары. Добавить в товары. Тут пронес. All's well that ends. The corpse from Let's go in. Gimme. Нет, трупа нам тут класть не надо. А, это Йена убегает. Ёшкин кот. Йена, чё ты носишься, Йена? I brought my own pet. No one back home will ever believe this. Так, ну так на вскидку вроде все. Теперь нужно еще одну хрень вскопать. Так, мы вскопали могилу. Две, да? Две вскопаны.
Уходим. Этому в целом пофигу. Вот этому Улька Усули. Он что-то как-то не реагирует на мои действия. Ну, по крайней мере, на данном этапе. От слова совсем не реагирует. Так, уходим. И знаете что? Так, да, вот сюда давайте отойдем. Так надежнее будет. Чтоб эта мелкая тоже не дергалась бы. А что? Так, это сюда, это в лагерь. Ай, не в лагерь. Это не в лагерь. Так. Дядька, золотой дворф. Вот это сударь. Можно вас побеспокоить? Это вот сюда. Прочесть. Вы во мне сомневались, мне не верили и надо мной насмехались. Все тупоголовые скептики по эту сторону Эл-Туреля. Но кто смеется последним, смеется всю дорогу к банку. Виверновый чай, о котором столько говорили. А привез у ворта Балдор никто иной, как ваш покорный слуга. И кто же теперь балда, а? Я заполучил рог в результате сделки, которой уже можно было бы гордиться. Но моя истинная гениальность проявилась, когда я на пару минут замочил рог в горячей воде. Напиток вышел немного сладкий, немного кислый, оживляющий и интригующий. Совсем скоро весь город будет на коленях умолять меня продать хоть немного. Я и сам-то еле могу остановиться. Что вообще... В нем такое есть. Понятно. Кажется, чувак сделал какую-то наркоту. Ахахо. Ух ты. Hello. Здесь можно было Shadow Heart, в принципе, воспользоваться. Он тут рядышком стоит, ну да ладно. Не суть. Бумс. Почти все раскопали. С мелкой, конечно, посрались. Хотя тут не совсем понятно, они как-то странно реагируют, так что тут не очень ясно вообще, есть какой-то момент с этим порченным отношения или нет. И непонятно, зачем мы это делаем на кладбище, то есть я как-то обыскиваю, что-то нахожу, а зачем я это делаю, нафига? То есть, ну, выкопал, и чё? Как бы... С другой стороны, не выкопал бы, сейчас бы ходил, думал, а вот зачем, а почему, а надо, а не надо. Так, еще один. Прости, Карлах, но ты у нас сегодня за бяку. Так, нам надо выкопать еще вот эту. А, вот еще одна, да? И вот тут что-то непонятное происходит. А, вот еще одна, ёлки-палки. Сколько же вас тут? Так. Нет, мне нужно, чтобы эта мадам ушла туда наверх. Миракул, я чувствую тебя. Помоги мне, умоляю. Нина... Дорт, мало. Давайте с нижним пока разберемся. А кто это? А, вот тут кто! Ты кто такая? А? Не знаешь купить цветов? Они чудесно украшают могилу. Своего мужа я каждые несколько дней приношу свежий букет. I bring
Да не стоит, наверное, моя была заряженной скотиной, но старый козел подарил мне троих прекрасных детей, так что получает цветы. Я их собираю в районе цветочного моста, там живет друид, так что ты точно знаешь, что они свежие. Подарю свои цветы. А, это торговец? А, да. Ага. Так, понятно. Это торговец, да? Некротическая устойчивость, полет. Вот это хорошая вещь. Come back anytime. Так. Омерзительное вздутие, что? Скальный гном. Ого! Раздут сверх пределов и взорвется от малейшего прикосновения. Выход из... Стоп, так он живой? В смысле, выход из строя? Нет, так существо мертво. Угу. Ну ладно, тогда болт с ним, с этими раскопками. Я не совсем понимаю, надо это, не надо. Сейчас тут всех мочить, блин. Так далее. Так, давайте прочитаем уже. Так, с этой мадам мы говорили, да? Любимая Агнес Швайц, мелыки сияли ярче тысячи солнц. Узник 3046, несет в списке Джергала. Фландра, кусатель Тарасков. Грасли, охотник охотился, кусатель кусался. Логично. Здесь похоронен Артур Билфолд, преданный покровитель нетрадиционных искусств. Здесь гниет казненный предатель, не повторяя его ошибок. О, что тут такое? Табличка. Трупная роза. Табличка. Статуя Джергала, владыки конца всего, последний писец, судя по... Да уж, полный писец. Кости гриб. Ну-ка. Сборник рассказов сестер Макабр. Одна история дома в мокром переулке повествует о женщине, которая снится, что ее сосед стоит голым на улице, когда идет дождь. Это яркие сны. Однажды дождливой ночью она выглядывает в окно и видит не своего соседа, а всю общину. Они обнажены, волосы слепятся от дождя, глаза у них как у мягких игрушек, они смотрят на нее и зовут под дождь. Она выходит испуганная и загипнотизированная одновременно. Они раздевают ее и вручают всю дрожащую соседу, которая улыбается широкой наклеенной улыбкой. Она просыпается, все выглядит нормально. А десяток дней спустя она узнает, что беременна. Рассказ завершается на том, что женщину охватывает ужас и паранойя. Все по пытки избавиться от ребенка терпят неудачи и страшно так страшно. Некая читательница оставила приписку в конце. Энни, я надеюсь, пока ты это читала, тебе было так же страшно, как мне смешно. Ну, знаешь, как сказать, смешно, не смешно, а... Так, Элси. Так, это у нас для крепких и выносливых. О, это я знаю. Это этот, маг-то. Как его? Да-да-да. Это мы заберем. Так. Элсворт, понятно. Тут что? Тут надгробие. Это надгробие подверглось на вандализму. Теперь надпись на нем гласит, что теперь твои деньги как ты помер, урод. Но в целом вопрос. Эл Брентон, возлюбленная. А, видимо, Лилия. Джози Энн Фонтейн Хэт, почтенный манип кулака. Здесь лежит неизвестный, кем бы он ты ни был, мы похоронили тебя достойно.
Здесь лежит Гейра Деннис по прозвищу Змеиная Мать, матриарх выводка ядовитых дочерей. Жуть какая, вот это да, вот это эпитафия. Так, что у нас по деньгам? В смысле, денег нет вообще? Опа. Так, давайте еще вот здесь просмотрим. И тут где-то еще гриб, по-моему, был, да? Вот же он. Костя гриб. Какая киса? Ты еще кто? Девчонка опять мелкая. Можешь на страже поставить? Мартарх не любит, когда воскрешают мертвых. Но я быстро, честно. Кого ты пытаешься поднять из мертвых? Старшего братика Гаррета. Его убил тот убийца, но я все исправлю. Давай, гляди оба, чтобы никто не пришел. Воздух трещит от могущества, а потом все пропадает. У девочки есть сила, но она не умеет ее управлять. Ты близко, Меркула, чувствую твою тень. Верни мне брата, пожалуйста. Как интересно. Вот возьми этот свиток, с ним у тебя должно получиться. Магия, тебе нужно заклинание поднять нежить. Вот смотри, как это делать. Не-не-не. Убеждение, твой брат заслуживает покоя, не надо его тревожить. Это же не магия. Вся магия построена на инстинктах. Доверься своему чутью, действуй по наитию, все получится само собой. Как интересно. Секундочку. Неожиданный момент. Так. Это мы удаляем. Это мы удаляем. Это мы сохраняем. Любопытненько. Не, ну поднять нежить ей точно не надо. Сейчас посмотрим, что будет. Давайте попробуем сначала чародей магия. Вся магия построена на инстинктах, доверяй своему чутью и бла-бла-бла. Игра, да что с единицами-то поперла, блин? Да конечно, сейчас, ага. Пипец, блин, десятка. Поперла, блин, один. На пятерках единица, на десятках единица, блин. Да у меня бонус 7-10, мне выпадает один. Их, японский бог. Нет уж, спасибочки. Что за полоса невезения, а? Вчера, главное, записывал, та же шляпа была. Сколько типа попыток слил, блин? Ну хотя, честь ради, там все-таки было 7, там все-таки 15 была сложностью. Это еще, ладно. Это высоко. Ну здесь-то твою налево, а. Бесит. Просто бесит. Ну что ж, не зря сохранился. Кстати, а ведь тут теоретически где-то должна тусоваться эта, может быть. Как ее? Баба-то, которая мужика воскрешала у корги. Вполне может быть. Секундочку. Ну нет, все нормально. Сорян, показалось. Давай, загружайся уже. Двухчасовое, блин, действие. Я еще раз повторюсь, когда провалы происходят в каких-то... Это, конечно, тоже бесит, но, по крайней мере, ты понимаешь, что, ну да, здесь действительно все зависит от удачи. Но тут! Ну, то есть, вот это уже просто, ну, я не знаю, это как вот последнее вдохновение вытащить, блин. Единица, блин. В ситуации, когда невозможно проиграть. 7-10! Выкину 10! Выпадает 1! Да ебан! Блин, а! 11. Обалдеть. Просто прям вот чуть-чуть. Вот так вот.
Ce ad mei radico eo. Хо-хо-хо, нифига себе, вот это да. Кис-кис-кис, утепутеньки, слышу, утепутенька, вали отсюда. Не, раздуплилась нормально, что-то я тут подвисла. Марта, а, вон она где. Супер, слушайте, я чего угодно ожидал, только не так. Нет, я думал, может, ей там какой-нибудь подзатыльник прилетит божественный или еще что-то. А тут такая шикарная хрень, супер просто. Так, что, давайте там 40, 80, 55. А брата, я так понимаю, не воскрес, да? Ну, давайте вот так, наверное. Блять, что такое-то? Даже на 80 она попасть не может, блин. Кошмар какой-то. Ну нет, тут вот эту штуку, естественно, используем. Лучистый урон. Так, что у нас там, четверки, пятерку используем? Тройки почти нет. А, давайте. Хо-хо, да. Ну хоть кто-то упал, блин. А испуг на нее не действует, да? 35, 27, 39. Колющий гром. А, что, давайте. А, испуг. А, серьезно, подожди. На мертвяка действует испуг? Удивлен, честно говоря. Ну ладно. Минус один. Минус два не получилось. Ой, хорошо-то как. Мышка, ты чё? Мыха, ты не мыха, ты морда, блин. Still breathing, despite everything. Вот этого надо добивать, да, по-хорошему? Да. Так, а у них же, по-моему, есть чему-то уязвимость, да? А, только невосприимчивость. You've made a grave mistake. Почему так рано ходит, блин? Ты-то куда лезешь? Хана, моди. Ха!
Ну, конечно, она промахнулась, бляха-муха. Как вот... Подождите, я ни черта не понимаю. Не вижу желтушную. Блять, ну почему она влезла-то, а? Ну какого хуя? Нет, я против, подождите. Какого хера она влезла, блин? Что это вообще такое, блин? Первый ранг бежит в атаку, блин. Иди нахер отсюда, как говорится. Первый же, кто ее атакует, блин, зомбак, и убивает мгновенно. У меня на нее планы были. Значит, надо встать так, чтобы эти вылезти не могли. Но, похоже, отдыхать все-таки придется. Да, после этой драки. Магия все равно тратится. Хотя... Тоже вопрос, конечно. В принципе, как вариант, можно, конечно, потратить какую-нибудь бомбочку. В общем-то. В общем-то. Ну, кстати, да. Астерионом. В качестве основного броска мелких скелетов добить. Ну да, мелких скелетов добить. Я не хочу, чтобы эта цветочница погибала. Вообще не хочу. Она мне нужна. Я хочу с ней задружиться на максимум, потом ограбить ее полностью. The air crackled. You're close, Merkel. I can feel your shadow. Give my brother back, please. 5-11. То, что осталось от мертвецов. А кто там получил вдохновение? Так, сейчас. Дальше. Всех поронял. Хорошо. Так. Где там у нас... Дайте-ка мне бомбочку какую-нибудь помощнее. Так, нет, давайте-ка мы лучше стрельнем, а то... Вот так, да?
Почему эта сволочь живая? Не добился, падла. Так. Конечно. Хорошо. No choice but to keep going. Ошибка. Ошибка. Надо было сначала им бахнуть. Черт. Да, надо было сначала им бахнуть. Надо было им бахнуть. Так. Хорошо. Этот-то ляжет, его сейчас добьют эти. Этот не вылезет, наверное. Еще, да? Интеллект. Смотри-ка ты. Я, конечно, неправильно им пользуюсь, этим интеллектом. Куда пошел, скотина? Вот именно. А это ты чё, молоточек, да. Ну вот какого хрена они лезут, а? Ну, попал. Ну, правда, испытание пройдено. Ну куда ты лезешь, перворанговая, а? Чё, вот это что за бред вообще? Куда она прется? Прям в самую битву за... Сука, ну неужели он её сейчас грохнет, а? Да блин, ну идите нахрен, а? Иди в жопу, не трогай ее, сволочь! Да не трогай мелкую! Ну ты смотри, а. Чё это? Школа. Это какое? Третий круг. Ну, четвертый, значит. Не смей. Поэтому еще одна, блин, суперменша рванула, блин, в атаку. На рывке прям, ты что? Так, сейчас у нас кто? Штырион. Добей ублюдка. А, тут все уже, да?
А, вот он не восприимчив, да, к испугу? К изгнанию, стойкость нежити. А ладно, там главное урон нанесен хороший. Ах ты ж. Не прыгнуть, да? Ну ты смотри, дрень какая, а! Я его испортила, я все испортила. Да. Это с молоточком пошла гулять. А, вот это га... В принципе, полезного, да? Да, ну теперь-то я могу, наверное, скопать эту штуку. Так, и что у нас тут? Какой-то Лайонел, дневник в могильном прахе. Я уже давно восхищаюсь тем, как Мартар Грасси ухаживает за этим кладбищем. Мне даже выпала удача рассказать ей об этом, когда я выбирал место своего последнего упокоения. У меня уже давно не осталось ни семьи, ни друзей, ни богатства, и как-то вышло, что я все это пережил. Но знание того, что Мартар будет бдить над моими останками, приносит утешение. Но вроде говорят, что нет смысла молиться Богу смерти, вот только сейчас, когда я приближаюсь к исходу своих дней, своих часов. Ага. Ну тут, в принципе... Неважно, да? Просто человек. Ну, то есть здесь мы, по сути, все вскопали, да? Вот тут еще холмик остался. Так. Погодите, сейчас посмотрим. Имеет ли это смысл вообще? Сейчас сохраню вот это. Но просто конкретно сейчас это смысл не имеет от слова совсем никакого. Вообще. То есть вот это скапывание и так далее. Ну, скопал. Зачем? Только девчонку расстроили. Так, сейчас. Удивительно, да, что в мире магии, ну, настолько, ну, не, просто как бы воскрешение, да, ну, то есть есть оживление мертвецов, ну, почему, как бы, откуда эта вера в то, что можно воскресить человека, ну, или вообще кого бы то ни было, просто на самом деле, да, как бы... Ну, просто, скажем так... Ну вот у нас, да, условно говоря, в нашем мире, электричество. Все знают, что человека можно, теоретически можно реанимировать там при помощи этого, как это что-то называется, разряд, дефибриллятор. Вот, все это знают.
Но также все знают, что это не панацея. Ну, то есть, как бы, да, это возможно, но там есть целая куча условий, там, время, какие-то специфика там, ну, то, типа, если сердце слабое, то толку от этого не будет, ну, и так далее. Ну, то есть, там целая куча всего. Как бы, понятно, что в подробностях человек это все не знает, но он знает, что если человек умер, и там, спустя полчаса бесполезно тыкать в него дефибриллятором, как бы, ну... Ну, как, можно, конечно, если очень хочется... Вопрос, но это уже будет не восстановление, это будет уже издевательство над трупом, как бы, вот, ну и как бы, но плюс-минус все люди, ну ладно, не все, но многие об этом знают, так или иначе, знают, что там, если хватануть за оголенный провод, то тебе звезда, да, хотя есть герои, которые там ухитряются поссать на оголенные провода или еще что-то такое, ну да, действительно, вот. И как-то странно, что в мире магии, где магия, ну, на каждом шагу практически, ну, то есть там же реально магия, магия, она везде магия, как бы она рядом, она все время рядом с вами. То есть так или иначе, в том или ином виде. И человек, ну, настолько не знает, что, ну, нельзя воскресить. Нельзя. Все просто нельзя. Забудь. То есть там только... Убеждение, твой брат заслужит покоя, не надо его тревожить. А здесь 15. Ну хоть где-то у меня нормально сработает. И Мартах также сказал. Но я по нему скучаю очень-очень сильно. Ладно, не буду больше пробовать. По крайней мере, пока. То, что осталось от мертвецов. Ну, пусть будет так. Пусть будет так. Ну его нафиг. Как говорится. Ну, это нам неинтересно. Это, по сути, тоже. Давайте быстренько тут все осмотрим. Это надгробие все изрисовано грубыми знаками, указывающими вниз. А, подожди. Странники Алексер и Орион Гуд Бирды. Бесстрашный исследователь теневого плана. А, вот еще. Арадин старший, да откройте вы чертовы ворота. Д. Орчард, ремесленник Гонда, изготовитель странных размеров. Элтон Крон, поднимите кружку за бедолагу. Фидия Пенгист, благородный игрок в копейщиках до последнего. А, это мы посмотрели. Не знаю ее клички, мы называли ее просто Гремишкой. Гремишка? Подожди, что-то знакомое. Место захоронения Гаррета Дортмела доберет он наконец покой. Андреас Латур, возлюбленный Сиролали. Мы сохраним тепло твоего очага. Окей. Сейчас все сделаем. Здесь лежит Диера Деннис по прозвищу Змеиная Мать. А, это мы читали. Так. Давайте эту хрень еще вскопаем. Опри Авери. Молитва. Поищет меня. Stealth mode activated. Brighten up a loved one's grave. Имело ли это смысл? А черт его знает, я вот не сохранился, единственное, что.
Ну, в общем, смысла в этом нет никакого, в этих выкапываниях. Может быть, как-то оно и будет работать потом, но ладно. Давайте я сейчас следующее сделаю. Я тут решу все свои вопросы. Да, вот с этой мадамой. С вот этим всем. Ну, перезагружусь. Вот эту Элсворту возьму, наверное. Да. Ну и в следующий раз продолжим с того, что попремся в величественную усыпальницу. Ладно чё, на этой раскапывающей ноте. Забавное место это кладбище, ничего не скажешь. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Дискорд и на донаты все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто же до сюда смотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу. Девушка, чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. Baldur's Gate 3 на 98% безговорочная форева. А, про группу ВКонтакте чуть не забыл сказать. Она дублирует канал на Ютубе. Вроде все. Забыл, что хотел. Как-то так.